Автоледи на иномарке спровоцировала ДТП с 6 пострадавшими, в числе которых 2 детей. Женщина хотела проскочить на запрещающий сигнал светофора на улице Худякова. Наш корреспондент отсмотрел кадры с места аварии и знает подробности. Жесткое столкновение 2 иномарок случилось в районе Плотины. Предполагаемая виновница ДТП – водитель серебристой легковушки. По данным полиции, дама выехала на перекресток на красный свет, где врезалась во внедорожник. В результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 из которых были госпитализированы в медучреждение города Челябинска. В настоящее время проводится административное расследование по данному факту, после которого будет принято законное и обоснованное решение. Стоит отметить, в числе пострадавших было 2 детей, которые ехали в машине предполагаемой виновницы. А вот участнику ДТП на улице Образцова потребовалась помощь спасателей. Пассажира, попавший в аварию легковушки, зажало в салоне. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадавшего деблокировали с помощью гидравлических инструментов и доставили в больницу. Предположительно, мужчина получил травмы обеих ног. В Магнитогорске тоже не обошлось без пострадавших. На перекрестке улиц Уральская и Строителей тройное столкновение. Audi не уступила дорогу девятке и зацепили еще одну машину. Мужчину, получившего травмы, госпитализировали. На дороге в Миассе перевернулся внедорожник. Последствия аварии сняли очевидцы. Что спровоцировало ДТП, осталось за кадром. В Снежинске на перекрестке сбили мотоциклиста. По словам очевидцев, мужчина получил травму руки. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В Златоусте тоже столкнулись легковушка и байкер. Авторы ролика предположили, что мотоциклист сбежал с места аварии. Я не пойму, где мотоциклист. По-любому убежал. На трассе Новосибирск-Челябинск фура улетела в кювет. Нормально так-то. Хорошо его сложило. Причины аварии устанавливают сотрудники полиции. Елена Абросимова, 31 канал.